Да не может такого быть. Да ладно, нет же. Ну как он мог испугаться меня? Я же такая маленькая. Да нет, успокойся. Я не могу бегать за ним как зомби. Нужно показать ему, что я милая. Я не причиню тебе вреда. Я не кусаюсь. Я плачу налоги и делаю пожертвования. Я хорошая собака. Господи. Ладно, посмотрим. Откуда ты взялась? Боже, боже, какая милая. Где твой хозяин? Ты мой хозяин. Джон! Боже, где ты была? Богем, за мной бегала такая большая крыса. Она собиралась меня съесть. Оттуда пришла. Кстати, а куда делась госпожа Хэна? Что? Я должна хотя бы написать ему. Господин Джин, извините, но возникли срочные дела. Первая попытка окончилась полным провалом. Не надо считать мои попытки. Второй и третий не будет. Я обязательно сделаю это в следующий раз. Она это видела? О чем ты говорил с госпожой Хэной, раз так много выпил? Выпили с госпожой Хэной вдвоем? Почему? Мне так жаль. Может быть, что-то еще произошло? Что, например? Может, будем регулярно встречаться, чтобы я могла получить от тебя советы? Регулярно? Да. Это слишком? Да, именно. Ладно, помогу, но только разок. Правда? Госпожа Хэна, да? Тебя ведь интересует господин Богем, и я помогу тебе, чтобы у вас все получилось. Да нет, все хорошо. Думал, вы не близки. Да неправда, мы очень близки. Правда же? Да. Да. Ты что, щелкунчик? А я? Грецкий орех, что ли? Ты все щелкаешь и щелкаешь меня, как орешки. Госпожа Хан, дело в том, что... Я пошел. Почему он так ненавидит меня? Ты сказала, он боится собак. Но уверен, все собаки в округе кучкуются вокруг нее. Она спросила ваши имена. Лучше убери руки. Так трудно превращаться в собаку каждую ночь. Господин Джин! Простите! Вы слишком грубы. Госпожа Хан, автобусы, наверное, уже не ходят. Боже, уже так поздно, да? Мне очень жаль, но ведь ты доверяешься сам, да? Я забыла, мне срочно нужно домой. Я пойду, пока. Не иди за мной, не надо. Не нужно. Пока. Алло, у меня проблема. Госпожа Хан, что происходит? Ну почему ты еще здесь? Я достал ваш телефон. Сколько времени? Уже полночь. Со
собака! Госпожа Хан! Эти чертовы короткие лапы! А если вы никогда не вернетесь в обычное состояние? Скажите что-нибудь, пожалуйста! Госпожа Хан! Главное, не уснуть. Не уснуть. Кто это? Госпожа Хан? Я что, сплю?